Всем доброго дня. У нас буквально 10-15 минут есть. Пока остальные соберутся, всех рад видеть. Возможно, твой WhatsApp. ВКонтакте пишите. Пишите мне ВКонтакте. Друзья, как ваши успехи, как ваши дела? Расскажите. У нас где-то 10-15 минут есть времени. Я отвечу на ваш вопрос. У нас еще вечером будет сегодня стрим, на котором мы более детально будем разбирать определенную тему, связанную с похудением, с коррекцией веса и так далее. Сейчас у нас рубрика «Вопрос-ответ». Пускай люди собираются. Как ты записан? Александр Бататин. В профиле этого канала есть имя, фамилия. Вы можете зайти и написать мне. Ну, ВКонтакте добавьте мне, напишите. Сейчас соберутся ребята. И будем стартовать. Кто сейчас присоединяется? Ты просто так делаешь, даешь советы. В стриме, да, могу методичку вам скинуть, да. Есть платные программы, есть программы, ну, стрим бесплатный и советы рекомендации, если не базовые, да, какие-то, не занимают много времени, я вам могу порекомендовать определенную информацию, скинуть материал, не вопрос. Почему так много тренингов, так много жирных? Ну, потому что это проблема на сегодняшний день. Действительно, очень много полных людей, и девушек, и парней. К сожалению, это так на сегодняшний день. Окей. Кто сейчас присоединяется, пишите сразу, а с какого вы города, и напишите ваш возраст, да, поскольку у нас где-то 10-15 минут есть времени. Я буду отвечать преимущественно на вопросы, связанные с похудением, поскольку здесь канал преимущественно по похудению и по коррекции веса и так далее. Поэтому пишите свои вопросы. Потихонечку люди пускай собираются. Кто присоединяется, сразу пишите, из какого вы города, с какой вы страны, и пишите ваш возраст. У нас где-то есть 10 минут времени, значит, вечером. Кто будет смотреть стрим в записи и Астрахань, привет. Пишите свой возраст, 19 лет. Вечером где-то в часов, где-то в 19:00 по Москве мы будем проводить еще более такой плотный стрим. Разберем определенную тему, очень узкую. Так, из Эйска. Привет, Казахстан 16, привет, 29, с какой страны привет? Пишите, кто присоединяется к нам в стрим, пишите обязательно свою страну, свой город и свой возраст. Для чего возраст? Для того, чтобы я понимал, какая аудитория по возрасту. Это мне позволит давать рекомендации свои вам более грамотные, поскольку есть нюансы в похудении, в физическом состоянии, да. Значит, кто присоединяется первый раз в стрим? Меня зовут Александр Бататин, я профессиональный фитнес-тренер и атлет в категории Men's Physique. Друзья, кто там пишет, как мне ВКонтакте можно. Значит, это мой профиль Александр Бататин. Вот, поэтому на этой фотографии можете ориентироваться и можете добавить меня ВКонтакте. Напишите, что вы из Перископа. Если есть какие-то вопросы сложные у вас, да, и если есть у вас вопросы, связанные с методичкой. Напоминаю, что методичку я скидываю бесплатно. Методичка, она направлена на похудение. Там есть готовых три варианта готовых меню уже, направлены на похудение. И там есть упражнения, видеоуроки на коррекцию области талии живота и бедер ягодиц. То есть наши девочки нашей школы там показывают, как грамотно делать, технические, количество подходов, повторений и так далее. Помогите очень срочно. Пишите свои вопросы, конечно. Если какие-то сложности, пишите здесь, либо же напишите мне ВКонтакте. Сашок, ты не такой простой, как кажешься. Ну, во-первых, я тебе не Сашок. Вот. За неуважительное отношение и комментарии буду сразу в бан. Больше не вернетесь сюда. Привет, Тюмень, 21 год. Привет. Привет, хочу похудеть до 74. Хорошая цель. Тоже пишите, какие вопросы, сложности, боли есть у вас, да, я сразу вам буду максимально стараться такую выжимку давать, да, самую такую структурированную информацию. Для мая нужно похудеть сильно, убрать ляжки, скинуть, ну, 10 килограмм можно за 2 месяца похудеть, то есть можно постараться до, там, 15 января похудеть, то есть поэтому здесь я толстею. То есть, значит, смотрите, друзья, сразу говорю, что кто сейчас присоединяется, очень часто вы пишете, как там питание наладить, как режим, какие продукты и так далее. Давайте, чтобы мы не останавливались сейчас на продуктах, да, на вот этих всех белках, жирах, углеводов, пишите мне ВКонтакте, есть бесплатная методичка. Я вам скину ВКонтакте методичку бесплатно. Там есть ориентиры по питанию полностью, чтобы мы сейчас не тратили время. Я хочу ныне 60, я вот
лентяйкой, мне наоборот поправиться нужно. Значит, здесь противоположный процесс должен быть. Здесь вы должны сделать режим питания, чтобы у вас был профицит калорий, чтобы калорийное питание было, но на основе сбалансированных, да, вот этих моментов всех. Обязательно, чтобы вы тренировались, преимущественно в силовом формате, чтобы набирали мышечную массу. Как мне похудеть? Похудеть первое – это питание. По питанию, если есть вопросы, пишите мне ВКонтакте. Я вам скину вот эту мини-курс такой, да, по питанию. И обязательно, если хотите похудеть, обязательно внедряйте первое – это аэробную нагрузку, да, это пробежки, велосипед в правильном пульсе и обязательно упражнения. Упражнения также есть методички. Скажите, пожалуйста, как подписаны ВКонтакте? Друзья, кто будет смотреть стрим в записи, кто сейчас не знает, как найти меня, значит, это мой профиль ВКонтакте, вот эта фотография, на нее и ориентируйтесь. Александр Бататин ВКонтакте. В общем, пиши мне сюда ВКонтакте, и также есть имя, фамилия в профиле канала. То есть на главной странице этого канала есть имя, фамилия моя. Можете скопировать ВКонтакте, вставить, там однофамильцев у меня нету. Спасибо, я обращусь ВКонтакте. Значит, друзья, у нас будет, сейчас я посмотрю по расписанию, поскольку у меня еще сегодня консультирование с моими ученицами. Значит, в 19:30 по Москве, то есть 18:30 по Киеву, 19:30 по Москве, мы сегодня еще раз выйдем в стрим и разберем жиросжигающую тренировку. Я очень хочу показать вам сегодня упражнения, возможно, даже закрытые видеоуроки от нашей школы, какие упражнения вам стоит делать в домашних условиях, чтобы скорректировать ягодицы, бедра, там, область талии, живота. То есть мы с вами разберем топовые упражнения формата жиросжигания. Поэтому 19:30 по Москве обязательно приходите на стрим. И, скорее всего, что мы сегодня проведем конкурс. Я вижу ваши сообщения, что вы хотите в личную программу. Ну, это очень круто. Вот, и я принял решение, что частенько буду проводить конкурсы. Но буду брать одну девочку каждый день. Поэтому, блин, а если нет ВКонтакте? В Фейсбуке так же самое подписан. Пишите в Фейсбуке. Такой симпатичный, спасибо. Кто хочет похудеть? Это кому вопрос? Мне нужно похудеть. 14 лет. Платно. Значит, программа будет на льготных условиях, будет символическая стоимость. По условиям скажу, эта стоимость будет неполная, но символическая будет. Бесплатно это не будет, сразу говорю. Кто настроен на конкурс на бесплатно, это не, ну, это не для вас. То есть символическая стоимость будет, поскольку я трачу много своего времени на работу с вами, поскольку программа подразумевает мое личное сопровождение. Чтобы я вам писал, мы созванивались, то есть это достаточно такой трудоемкий процесс, чтобы вы получили максимальный результат. Платно, это платно. Значит, по методичкам также пишите, значит, у кого есть затруднения в продуктах. Очень часто из-за продуктов вы не худеете. Не могу без сладкого. Ну, здесь, ну, все любят сладкое, просто стараться минимизировать. Значит, нужно старайтесь минимизировать. Вот хороший вопрос. Многие говорят, что я не могу отказаться от сладкого. Я не могу полностью брать. Друзья, первое нужно понять, что девушки, парни, кто сейчас в стриме, не нужно полностью убирать сладкое. Я тоже очень люблю сладкое. И, ну, вот сегодня я съел, ну, правда, у меня сейчас массонаборный период, мне там не столь там принципиально сладкое, не сладкое. То есть я сегодня съел там два творожника, да, ничего страшного. То есть, вот, но я съел их до обеда, до 2 часов. То есть я стараюсь тоже, то есть контролировать режим питания. Не нужно полностью отказываться от сладкого, но нужно вам кушать в правильное время и в правильном объеме, и правильные сладости, да, то есть не сгущенку пить, да, можно сухофрукты, фрукты и так далее. Скиньте ВКонтакте, очень жду. Как потолстеть, что есть? То же самое, если есть сложно, напишите лучше ВКонтакте мне, я вам скину материал, значит, что кушать нужно, то те же самые продукты, что и при похудении, но в других объемах и другой колораж суточно должен быть у вас. Так же самое вы мясо, рыбу, белковые продукты должны кушать, каши, сложные углеводы, клетчатку, но в других объемах, чтобы другой суточный колораж у вас был. Как мне брать живот и бока? Хорошо, сейчас я вам подскажу, как убрать живот и бока. Друзья, кто присутствует на этом стриме в первый раз, на этом канале, я вас попрошу, сегодня у нас будет еще стрим, чтобы вы не потеряли с этого канала. Для этого вам нужно подписаться на него. Для этого нужно вправо сдвинуть экран, вот прямо сейчас, и нажать, там крестик такой будет, подпишитесь на канал обязательно. Сегодня в 19:30 по Москве мы проведем стрим, разберем жиросжигающую тренировку в домашних условиях с видеоуроком, я покажу, какие упражнения нужно делать, и проведем конкурс для того, кому это нужно. Если вам особо не нужно, не нужно участвовать. Поздно. Инесса 91. В обморок-то не падаешь. Мне нравится, когда вы начинаете друг с другом общаться. Советы давать.
Блин, похудеть можно. Конечно, можно. Можно в любом возрасте похудеть. Просто есть нюансы, да, там, чем старше, тем сложнее метаболизм опускается, да, замедляется. Ну, в любом, в 50 лет можно похудеть. В 60, то есть, неважно. То есть, главное, грамотно это все делать. Нужно, я вас призываю, чтобы вы грамотно все делали. Никаких монодиет, никаких стрессов, никаких голодовок. То есть, мои девочки, которые тренируются через интернет, либо же в фитнес-центрах, они худеют, вес закрепляется, 4-5 килограмм в месяц, коррекцию фигуры делают и так далее. Вот и вы так должны построить режим, чтобы вы худели, чувствовали нормально и добились результата. И самое главное, сохранили здоровье. Че гонит, что жрет один раз в неделю? Без вреда. Обязательно без вреда. Без вреда для здоровья. Потому что очень часто, особенно у девушек, гормональная система летит, менструальный цикл задерживается и так далее. И как похудеть нормально? Можно весь есть, нужно сжигать, можно все есть, но нужно, ну не совсем правильный подход. Вам проще будет наладить режим питания и добавить тренировку, чем кушать все подряд и стараться сжечь эти калории с помощью там фитнес-зала, кардиозоны, либо же каких-то комплексных энергозатратных упражнений. Как настроиться на похудение? Здесь вопрос мотивации. Здесь вопрос мотивации. Потому что, ну, это очень большая проблематика на сегодня, поскольку очень многие из вас сдаются на пол пути, да, вы начали неделю-две, пропадает мотивация, опускаются руки, вы сдаете. Чтобы этого не было, вам нужно заняться целеполаганием, поставить грамотно цель, очень правильно вот поставить свою цель. Я проводил стрим на эту тематику, здесь достаточно глубокий вопрос. Жердяй, кто жердяй? Чё ты там куришь? Так, давайте, если сейчас неадекватный комментарий, вот буду удалять. Если малолетки, неадекватные люди присутствуют, то есть я не хочу, чтобы в моем сообществе были люди, которые неадекватно оценивают ситуацию. Шпек. Кать, могу проконсультировать вас на начальном этапе, что посоветовать, порекомендовать, но если уже плотно заниматься, если мне нужно будет тратить время, это платная основа. Цена важна. Я нормально кушать не могу. Утром кашку, в обед супчик не могу. Как набрать массу? Цена важна. Ты жирдяй. Так, удаляем. Удаляем. Цену скажете. Да, сегодня будет конкурс. Я объявлю цену. Цена, говорю, сразу будет символическая. То есть это здесь вопрос не в цене, вопрос не в деньгах. То есть есть программа. Здесь вопрос в том, насколько вы серьезно будете настроены, сколько вы серьезно подойдете к этой программе. Как похудеть? О боже, если интересно, иди отсюда. Как похудеть? Значит, как похудеть? Значит, первое, что вам нужно. Окей, давайте сделаем так. Давайте сделаем так. Какой самый важный сейчас вопрос по поводу похудения вы хотите разобрать, чтобы наш стрим не превращался в болтовню, да? Какой самый важный? Пишите самый важный вопрос, который вы сейчас хотите разобрать. Это там похудение, питание, упражнения и так далее. Как скинуть вес? Вес – первое питание. Организуйте грамотный режим питания. Дайте себе переводчик Google, да, там, не вопрос. ВКонтакте Александр Баттатин. Значит, смотрите, вопрос, как похудеть, был. Значит, первое, что я же говорю, первое, что вам нужно понять при похудении, что вы должны начинать похудение не с упражнений, не с пробежек. Это второй, это важно, но это не основополагающий элемент в похудении. Первое – это питание. Запомните, первое – это питание. Это 70-80% успеха в похудении. Что вам нужно сделать? Вот первое – это сделать организацию режима питания. Это, чтобы у вас был обязательно дефицит калорий. К примеру, вы девушка, которая там 30 лет, у вас суточный калораж. Он индивидуальный для каждого, суточный калораж, который поступает с продуктами питания, да, белки, углеводы, жиры и так далее. То есть вы, к примеру, девушка, ваша суточная потребность – это 2500 килокалорий. Понятно, да? Для того, чтобы вам похудеть, вам нужно опустить количество употребляемых калорий. К примеру, 2200, 2100, 2000. Приблизительно это на 10-15% опускается, пошагово делается. Следующий очень важный принцип при составлении режима питания, первое, я сказал, это дефицит, мигает экран. Как слышно, как картинка. Если хорошо слышно, ставьте плюс, ставьте единицу. Продолжаем. Как связь, если все хорошо, ставьте плюс, минус. Виснет. Угу. Иногда. Плюс, единица. Друзья, кто сейчас в стриме, если связь хорошая, ставьте единицу. И будем продолжать. Мне важно, чтобы понимать, что у вас все нормально, и картинка, и звук. Плохая связь. Угу. Плохо. Хорошо, давайте сделаем так. Давайте сделаем по-другому. Я сейчас выйду
Сейчас, прямо сейчас подпишитесь на этот канал, вправо сдвиньте экран и нажмите плюсик подписаться, да, чтобы мы не потерялись в Перископе. Я сейчас выйду на минуту, там 30 секунд, да, перезапущу интернет и зайду обратно. Обязательно подпишитесь, вправо сдвиньте экран, нажмите кнопку плюсик подписаться. Буквально через 30 секунд я зайду, чтобы сейчас разберусь с интернетом, зайду и мы продолжим. У нас еще будет 3-5 минут, я отвечу на ваши вопросы и обязательно будьте в Перископе. Сейчас, прямо сейчас подписывайтесь на канал и через 30 секунд встречаемся на этом же месте.